Александр Георгий, прошу. Стоит сыграть. Париж, мы этого достойны. Итак, всем привет, мои дорогие подписчики, гости моего канала. Я Мэтспортер1, и мы продолжаем сегодняшнюю непосредственно игрушечку. Значит, я ее опять же забыл. Surviving the After... The Aftermatch. Значит, на чем я остановился, да? Ну, я, собственно говоря, все вот опять снова открыл типы складов, но опять же подсказочку, да, и все наоборот ресурсы в игре хранится в определенных видах складов. Склад, ну, это мы уже, собственно говоря, с вами я вам показал, да, что здесь есть разные склады и тому подобное. Дальше, мастерская портного, который может одежку делать из, опять же, непонятно, из волокна, да, а волокно у нас дает, не помню, новый инструмент, который повышает эффективность работы колонистов. Все инструменты рано или поздно ломаются, на некоторых видах работы они значит быть. Во, кстати, это вот классно. Понимаете, здесь даже есть инструменты, которые нужно опять же производить. Классно. Есть у нас также медицинская палата, есть могильник, где мы будем хранить, ну и так далее. Есть опять же ворота, чтобы вот сюда вот, да, поставить, чтобы опять же защитить нашу колонию от нежданных гостей. Ну и нам тоже игра подсказывает о том, что есть скорость, да, либо мы можем побыстрее, либо помедленнее. Но я, знаете, что помедленнее-то не особо хочу. Я, знаете, что хочу сделать? Что у нас этот производит? Он у нас производит непосредственно металл, да, и вот это я не понял, вот это что это? Это типа как хлам, что ли? Ничего не понятно, ладно. Ага, видите, надо было ускорение, тогда зараза игра, да, убирает подсказки и ждет, да, пока я типа понял я или не понял. А, вот, он это волокно изготавливает и пластик. Вот оно что. А тот, значит, изготавливает у нас металл и... Непонятно. Слушайте, вот это непонятно. Я чё-то... Блин, знаете, вот... Блин, какая-то подсказочка, чтобы хоть вылезала. Ну ладно. Одежда. А у нас одежды мало. Хорошо, так, этот все у нас, да? Так, а сколько у нас насильщиков? 3. Мало, конечно. Чего ты вы болтаете, что ли? То есть у него, видите, есть обычные инструменты и обычная, да, одежка. Но одежка, по-моему, у нас... Я надеюсь, слушайте, я надеюсь, все одеты. Так, а давайте мы... Так, давайте. Колонисты чувствуют голод. Самый доступный способ накормить людей в начале игры – это сбор диких ядов. Для этого переместите рабочую зону со склада провизии на ягоды. Однако одним ягодом не будет, для нас зверолов, хижины рыбаков и поля обеспечивают более стабильные. Ну окей. А, у нас уже есть, да? Я так как-то, слушайте. Ну да. Не заметил, что у нас. Давайте ягоды собирайте здесь. Хотя, с другой стороны, я... Что я? А, я им рыболов, да? И вроде бы... А, ну пока картофель вырастет, ну да, согласен, видите. Да, это очень долго и очень нудно. Я вообще бы, знаете, что у нас скоро досочки закончатся. Я бы поставил им лесопилочку. Лесопилочка. Где-то, блин, лесопилка. Вот. Во-первых, давайте зону лесничего определим. Значит, я думаю, что где-то... Ну, с одной стороны, и недалеко, да, и с другой стороны, чтобы это было как-то... Ну, почему бы нет? Да? Почему бы нет? Более вот так вот мы можем его разместить. Так вот.
Да? Дальше. Здесь же потом поставим непосредственно всякую всячину. Так, хижина рыбака замечательно. Значит, у нас есть хижина рыбака, и он может здесь, собственно говоря, добывать. Но он добывает, видите, всего лишь две рыбки. Но это, скорее всего, связано с тем, что в зависимости от... ну, где размещается, да, вот в этом озере две. А вот здесь... Хотя, они, слушайте, они все по две. Ну да, они все, все по две. Ну, может, его потом как-то апгрейдить можно. Надеюсь. Да, еще здесь есть, непосредственно я посмотрел, вспомнил. Вот здесь грунтовка. Это... Они не требуются, но они просто быстрее ходят. Вот. Мы можем вот... Вот так вот. Блин, жалко, что... Вот почему нельзя по диагонали, а? Ну, как-то вот так вот. Ну, они потом построят, да. Они его строят, потом прибежит такое рабочее. Здесь начнется строительство этой дороги. Ну вот, и, собственно говоря, будет все прекрасно. Нет? Или, подожди, или ты... А, они все заняты, да. Кто чем? Кто в лес, кто по дрова? Ну, зашибись. Так, игра сохранена. Вот здесь вот, блин, бодренько олени ходят, слушайте. Может... Действительно, лесничего сюда поставить. Ну, охотника, точнее, да? Так, дом лесничего. Угу. Нам не хватает материалов. Значит, материалов почему не хватает? Потому что я их практически всем потерял. Ну, видите, нам не хватает пластик. Я так понимаю, да? Ну, почему у нас же пластик есть? А, они типа не донесли... Ну, а чё вы, ребята, какие-то с... проблемные, слушайте. Могли бы донести. Хорошо, давайте, значит, здесь вы... Угу. Я не знаю, зачем нам нужны... Ну, для чего-то нужны же ядовитые отходы, да? Ядовитые. А, так, давайте всё-таки дом лесничего и давайте всё-таки... пилораму. Да. Но я думаю, знаете, что, блин, не хватит. Так, постройте ворота. Внутри самой колонии ресурсов довольно мало, а самый ценный из них поблизости и всего себе найти. Постройте ворота, и вы получите возможность наряжать группы разведчиков и исследовать карту мира. Кроме того, вам к вам в поисках убежища начнут приходить группы выживших. Это тоже поможет процветанию и дальнейшему росту колонии. На карте мира вас ждут множество возможностей. Вы можете собирать ресурсы, накапливать очки науки, ну и так далее, технологии и тому подобное. Но я, блин, потратил... Да. Я думаю, что нам не хватит, слушайте, не хватит. Нет, на вот этот вот хватит. Давайте, наверное, мы все-таки... Хотя нет, ну, нужен, да. У нас же бревна нету, а досок сейчас, к сожалению, возможно, не хватит. Видите, две штуки каких-то, две гребаных штуки не могло хватить. Можно разобрать это, да? То есть мы тогда... Если мы разберем сломанный грузовик, но я хочу его потом... Да. Я думаю, что надо как-то им назначить, чтобы они... Странно. То есть они... А, пока они носят сюда. Ну, пусть они соберут. Да. Слушайте, а зря я, наверное, это построю, да? Да, наверное, я вообще зря строю. Давайте приостановлено вот так вот. Почему? Потому что я же вспомнил, здесь же досок до хрена, видите? И пластик, и бетон. То есть, да, я как бы, ну, вроде наметили, вот здесь вот будет лесник, да, который, в общем-то, будет деревья выращивать, а потом мы их на доски будем пускать.
Да, а вот здесь вот как раз он пусть вот так вот высокий, пусть я надеюсь, туда они сейчас снесут все наши, так сказать, собранные ресурсы. Чего случилось там? Что-то красное такое, знаете, мелькнуло и непонятно. Хорошо. Так, что у нас в пище производства? Рыба. Угу. Ну, скажем так, они не какие-то нерасторопные. Так, у нас, слушайте, у нас металла дофига, да? Давайте мы, наверное, приостановим вот так вот. Забудьте еды. Блин, так я же подождите. Так пища-то хрена же ведь, или нет? Или я... Ну, рабочая область есть? Есть. Ну, а чего вы не собираете? Ягоды. Ягоды. Ну, можно, конечно... Ну, пусть они дособирают. Вот здесь вот ягоды, да? Так. И, наверное, слушайте, давайте еще одного вот так вот сделаем. Я надеюсь, он... Ну, они просто быстрее будут это все, так сказать, воспроизводить и нашу рыбку. А, и они, видите, дорогу еще пошли там. Ну, нормально, нормально. Так, что у нас с пластиком? С пластиком, в принципе, у нас... да, пластик нужен. Досочки. Ну, нормально, слушайте. Блин, вот еду, еды, они еду не выносят, вы представляете? Они не выносят еду. Так, а сколько у нас носильщиков? А, у нас всего два носильщика, я понял. Так, дама, нет, мужик, давай-ка, нет, так, мужик, уйди ты, мужик, уйди. А дам, блин, дама, ты можешь прийти? А. Ну ладно. Я хотел вообще-то, чтобы девушка... А хотя девушка, да. Не, ну девушки иногда и водят иногда хорошо, да, и машины. Не все же плохо водят. Так, пластик есть, это есть, досочки собирают. Меня вот смущает, что они не собирают... Ага, вот, перенести. Давайте мы им сюда вот переместим зону, пусть они там собирают. 7 еды, нормально, нормально. Я надеюсь, этого не то чтобы хватит, но во всяком случае, когда вырастет наш картофель, да, и сейчас скоро у нас появится кукуруза. Можно еще как вариант, да, давайте мы сделаем с вами дом зверолова. Вот. Я думаю, его где-нибудь в лесу, в лесах. Да, вообще там, блин, слушайте, ну какая территория здесь огромная. То есть это можно строить здесь и строить домов настроить. Да фигища. Да, давайте, наверное, какие-нибудь. Хотя оттуда, блин, носить, да? Ну да, носить далековато. Может быть, ну, можно потом на самом деле разобрать и потом уже переставить как вариант, да? Давайте вот здесь вот где-нибудь улепим его. Вот. Да, маловато, слушайте, маловато, маловато. Так, сколько у нас рабочих? Точнее, носильщиков. У нас трое носильщиков и четверо рабочих. А где у нас рабочий? У нас здесь вот один работает, да? Здесь один, это два. Здесь никого. Странно. Угу. Так, окей. К вам подходят двое колонистов и переполняет азарт. Оказывается, неподалеку есть старая нетронутая свалка, которую, видимо, из-за запаха
проигнорировали мародеры. Несет от нее страшно, но вдруг там есть что-то ценное. Можно снарядить экспедицию, отправили туда людей без должного снаряжения. Отправлять туда людей без должного снаряжения опасно, но кто знает, что там можно найти. В конце концов, если колонисты наденут еще один слой одежды поверх своей и возьмут лишь набор инструментов, этого может оказаться достаточно. Да, слушайте, а вот это вот загадка, да, загвоздка. Либо им дать, либо им просто дать разрешение, либо снарядить их. И вот помните, я вам говорил, да, что каждое наше, так сказать, решение потом будет влиять на дальнейшую, так сказать, судьбу наших колонистов. А вдруг с ними что-то случится? Нам, а у нас людей сейчас мало. Вот терять их, ну, никак не хочется. Давайте им все-таки одежду дадим, да. Так, готово. Плюс, вот, мы взяли плюс один пластик и 8 деталей мы нашли непосредственно. Ну, то есть, колонисты, да? И у нас травма. Блин, ну, ёперный театр. Ну, как ты умудрился, а? Как ты умудрился, грёбаный, а? Хорошо, давайте на паузу. Так, это мы пока убираем. Да, один из колонистов получил травму. Травмы и другие проблемы со здоровьем может вылечить врач. Постройте медицинскую палатку, найдите врача. Не игнорите состояние, они приведут к потере здоровья и другим неприятным последствиям. Медицинская помощь серьезно ускоряет выздоровление. Лекарственные средства используются автоматически, если они есть на складе. Лекарство помогает в случае травм. Йодные таблетки лечат от лучевой болезни, а антибиотики инфекции. Как-то он... Блин, не вовремя, слушайте. Окей. Так, я думаю, что... Ну, здесь вообще надо вырубить лес. Да, по сути. Слушайте, а... Давайте, да, достроим. Я не знаю, думаю... А, нет, слушай, а, это нет, это побеги, да, это не то, чуть-чуть не то. Я, это надо, значит, лесопилку, чтобы дрова, ну, рубили деревья, скорее всего, так как-то должно быть. Здесь, я думаю, наверное, поля, потому что здесь, хотя вот здесь вот зря я поставил домики, здесь плодородная земля, зеленая, да, и можно было бы на ней... прекрасно вот здесь вот полей настроить. Слушайте, а домики вот сюда вот перенести. Классно, слушайте, идея. Так, давайте, знаете что? Так, это у нас дорога, да? Да. Так, дорогу пока мы не будем строить, просто будем строить. Ну так, я, скажем, знаю, где дорога примерно потом пойдет. Давайте вот сюда, вот здесь где-то дорога вот так вот пойдет. Далее мы еще домики, палаточки построим, наоборот, вот сюда перенесем. Там сколько у нас получается? Раз, два. И продовольственный склад, да? Ну давайте, раз, два. И... А можно его как-то перенести его? А, только разобрать, да? Ну окей. И получается, да, и вот он у нас получается для провианта. Но я его вот так вот, да, чтобы на главную улицу как-то выходил. Здесь, даже здесь площадь какую-то сделал, такой круг. Наверное, вот так вот, вот так вот круг будет. Здесь такая будет площадь. Окей. Так, и изготовить, да, нам нужна одежка. Этот у нас есть. Дальше нам нужен мастер портной.
Так, мастер портной, ты делаешь из волокна, правильно? У нас здесь есть склад, и здесь у нас... А, слушайте, а зря я сюда, наверное... Блин. А, нет, все правильно, вот это уберется, и вот сюда еще, ну, потом эти ядовитые отходы, скорее всего, уберутся, и вот какие-то... Да, вот это зеленое, ну, более-менее зеленоватое, а мы, наверное, вот это все, да, сделаем под... Собирательство. Так, а это что такое? Это какой-то непонятный инструмент, что ли? Тогда мастеровой, так как у нас склад же здесь, да, то, наверное, да, наверное, где-то, хотя здесь нет, здесь госпиталь будет такой, знаете, прям госпиталь, госпиталь. Давайте вот как-нибудь возле ворот это тоже нет. Да, я вот. Я. Да, вы не обращайте, я иногда вот прям говорю, заморачиваюсь прям. Поначалу, знаете, вот поначалу так хочется что-то такое красивое создать, там потом, блин, начинаю лепить. Типа там, типа, а, задолбало. И давай все подряд фигарить. Да. Да мы все равно... А, здесь и пластиковый завод, надо, кстати говоря, его все равно убирать. Давайте где-нибудь вот здесь вот поставим, я не знаю, вот будет у нас какая-нибудь здесь производственная цеха какие-нибудь, да? Ну, почему бы и нет, пусть там... Да. Да, о, кстати, надо приоритет сразу высокий поставить сюда, а сюда надо отменить все-таки приоритет. Да. Ну, чтобы опять же туда все складировали непосредственно. У нас палатка нужна, иначе у нас человек нет. Так, изготовить это, разбить голодные. Блин, слушайте, ну вы серьезно? Вы ничего еще не вырастили? Блин, нифига себе. Окей. Не, ну они ягодки какие-то собирают, вроде бы. Что-то там. О, кто-то там радостный. Ну, вот видите, теперь они по дорожке бегают. Ну, помните, баниш, да? То есть дорожки проложили, они быстро бегают. Ну, даже я бы не сказал, что они... Они, по-моему, у меня такое ощущение, что они что так бегают, что так. Так они бегают по дорожке, ну, как более организованно, да? А тут они бегают как попало. По мне... Вот как попало, лучший способ, потому что они хотя бы находят кратчайший путь для, ну, туда, куда они идут. Поэтому, ну, это, опять же, здесь будет дорожка, но да, все-таки здесь как ворота, здесь, ну, люди, опять же, кто к нам, колонисты, будут примыкать. Есть же такое слово, да? Примыкнуть. Ну, примыкать. Ну, в общем, они будут, придут, и мы тогда их дам. Они чтобы увидели, знаете, пришли такие, вау, здесь дорожки, все туда-сюда, а тут такая, знаете, разруха. Так, а у нас... ага, бетон. Серьезно? У нас... А, ну у нас тут доски. Нет, слушай, ну, подожди. Пусть они доски вначале соберут, потому что доски-то мне очень нужны будут. А чё голодать? 7. Уберись. 6. Нормально. Захотели пожрать, сбегали и эти. А, ты еще туда, нафиг. Так я же сказал, высокий приоритет. Сюда все складируйте. Ну куда ты попёрся? Блин, низкий приоритет тогда, я тебя. Вообще тогда, блин, а приостановлено. Ничего за дебилизм, да? Но если высокий приоритет стоит, так он должен... А, это наш рыболов. Как ты умудрился? Где ты умудрился ногу сломать?
травму получил. Рыбу вловил, блин. А, ну хотя да, если крючком, да? Пока забрался удочку, крючком зацепил за причиндалца. Ну да. Так, это у нас получается ночь, да? А что это за божья коровка? А, ну здесь отзыв можно оставить, да? А, карты мира пока у нас, я и говорю, да, что вот надо ворота потом достроим и непосредственно делаем. Давайте тогда я быстренько промотаю, в общем, сделаю медицинский центр и этот ворота. О. В общем, блин, какой-то странные приоритеты работают. Я вообще все, пришлось вообще все здания, блин, поставить на паузу, иначе они вообще, блин, носили только туда и при этом занимались другим. И высветилось о том, что колонист умирает, там у него вообще меньше 10% жизни осталось. И вот тут такое хрень произошла. Значит, небо синего становится ядовито-зеленым, а воздух выжигает легкие. Это первые признаки приближающейся опасности. Высокий радиационный фон, которым неизменно сопровождаются реактивные осадки, смертелен как для колонистов, так и для скудных посевов. Засеивать поля в таких условиях нельзя. Радиационный осадок приводит к лучевым болезням и страшной жажде. Они не щадят никого. Собирайте урожай, пока он не погиб. Всегда имейте запас йодных таблеток для борьбы с лучевой болезнью. Чтобы колонисты быстрее отправились от болезни, вам нужно больше врачей во врачебных палатах. Зашибись, блин. А у меня ни того, ни сего нету. Вот как их собрать, да? Ну, блин, и собирать. О, собрать, давайте собираем. Но этот пока вроде бы нельзя собрать, ладно. Дни до катастрофы 2. И смотрите, у нас непосредственно, да, дайте минутку время, сейчас я последнее расскажу. У нас походу умер чел. Да, он не дождался. Вот он, видите. В общем, эти пока строили, не достроили. Знаете, травма колонистой сои. Ну ёперный театр, ну давайте вы быстрее стройте, а. Так. Разобрать. Дом пока я не буду разбирать, ладно, вот. Надеюсь. Я надеюсь, они хоть эту-то вылечат. Давайте, давайте. Хотя сколько у нас получается этих... Блин, два носильщика. Ну, правильно. Так, давайте, значит, так. Убираем отсюда одну. Нам нужно больше носильщиков. Три носильщика, да? Окей. Что-то они как-то, блин, странно вообще у них. Вот что они делают? А, ну вот, наконец они стали что-то делать. Так. Группа колонистов заинтересовалась речкой поблизости, хочет узнать, подходит ли она для путешествия. Они соорудили простенькую лодку и очень хотят ее пробовать. Вдруг на берегах реки удастся найти что-нибудь интересное. Ну, пусть едят. Ой, едят, говорю. Пусть плывут, да, разведчика не было почти весь день, зато когда они вернулись, лодка была на краю заполнена припасами. Вот, лекарство, металл. Вот лекарство нам, кстати говоря... Вот, нам как раз нужно. Но, если честно, я бы туда так вот прям... каждый раз отправлять их не буду, потому что, ну, случится можно все, что... может случиться все, что угодно, да, и... В общем, кирдык настанет всем колонистам, которые непосредственно... И тогда никому будет вообще не работать. А нужно... Так. Ага. А... Так, перейдите в меню строительства и восстановите, чтобы помочь. А, блин, нас. А, то есть я вот эту поставил, это типа восстанавливается.
Ну так вы строить-то собираетесь или нет? Или типа ночь, или вечер, хрен поймешь. Слушайте. Но с учетом того, что у нас радиация радиоактивная, да, радиация, то... О, наконец-то, слушайте, ну-ка. Где ты, Зоя? Ага, Зоя пошла, походу... Странная Зоя, слушай, а как ты вообще будешь получать медицинскую помощь? И чеки 30. Вообще нужно этого чудика вот этого убрать отсюда. Но я не знаю, слушайте, куда бы надо... Где-то такое, знаете, место найти, чтобы организовать кладбище. Я думаю, что... Нет, вот возле озер... Не очень бы хотелось. Так, давайте на паузу. Надо такое, знаете, пустынное место найти, либо либо как-то как, куда мы вообще, может быть, никогда не дойдем. Нет, ну здесь вот, кстати говоря, местечко-то хорошее. И здесь, скорее всего, мы будем обитать. Так, ну это... Ага, но это не наша территория, да? Получается. Ну да, сюда ходить это... Ой, как они будут долго, во-первых, строить, и во-вторых, это будет очень долго вся эта эпопея происходить. Пам-пам-парам-парам-парам-парам-пам-пам. Ну давайте вот здесь вот где-нибудь могильничек. Рядом с отходами. Ну ладненько, ну а что сделать? Так, и давайте, значит, дальше, точнее. Вот. Высокие. Здесь средние. Это я не помню, а что это? А, портной, кстати говоря, да, портной надо будет. И... Да, это... Так, один день до катастрофы. Я надеюсь, слушайте, я надеюсь, она как-то... Да, ты же вылечил 100% здоровье. Ага, и 100%. Значит, одну убираем. Так, все, пошли. Так, что нам нужно? У нас один день до катастрофы. Я не думаю, наверное, что сажать надо. Не, давайте, стоп, остановитесь. В общем, производство стоять. Все, нафиг, ничего не будем производить. Хотя не да, они же все равно будут сеять, в общем, да. Ну что поделать. Так, что у нас здесь не хватает? Досочки нам привезли. Да, доски нам привезли, и это отлично. Слушайте. Ага, и досочки у нас тут. Бетон. Ну нет, слушайте. Вот, давайте вот так вот. Вот так вот досочки. Нам досочки нужны. Отлично. Блин, да чё вы, блин, да вы издеваетесь? Колонисты, вы чё, охренели что ли, блин? Постоянно, блин, травму получаете. Вы чё, вы так специально типа задумали что ли? Меня извести, как говорится, нервы мои потрепать. Ладно, давайте ворота достроим. Итак, значит, у нас непосредственно произошла, так сказать, работа с воротами. И вот такое вот сразу же действие. Как только я ворота поставил, у нас непосредственно вот что есть. Это, значит, колонисты, которые... В общем, мне кажется, что это просто попытки оттянуть неизбежное. Нам нужны чертежи, нужно построить корабли и приплыть в море. Не может быть же... Не может же быть, что...
чтобы везде был такой ужас, как у нас. Так вот, выжившие ищут убежище. У нас, значит, что здесь есть? У нас есть два взрослых, да? Бродяга, ожидание, собиратель, лидер, так, добавится один, исследник, бонус базовым значением очков 10-4, огневая мощь 2, да, наука 1. То есть, если мы принимаем, то у нас непосредственно прибавляется двое людей взрослых, да? Ну, здесь либо взрослые, иногда дети бывают. И что они, собственно, к нам, ну, прибавляют? Это медикаменты, одну одежку и, я не знаю, это шоколадки, по-моему, что такое. Вот. Ну, естественно, мы принимаем всех. А как же иначе? Нам просто нужны. Так, заметили кое-что интересное. Так, давайте почитаем. Пара ваших колонистов заметили, что в глубоком ущелье неподалеку застрял какой-то автомобиль. Возможно, в нем есть что-нибудь ценное, но спуститься туда без специального снаряжения может быть опасно. Они все равно хотят рискнуть, ведь наверняка в автомобиле есть чем поживиться. Ну, давайте разрешим. Колонист спускается в автомобиль одного человека, ущелье действительно застрял второй внедорожник, но сам ущелье очень узкое, сверху на него то и дело падают камни, угрожающие стуча по крыше. Почти все двери распахнуты, давно заржавели. Попыхтев и хорошенько выругавшись, отважный колонист извлекает из автомобиля что-то интересное. Его поднимают наверх, он поднял металл и 5 деталей. Окей. Главное, чтобы он травму не получил, вот это самое главное. Так, у нас есть, это мы сделали, и нам нужно построить больше жилищ, да? А, ну да, мы же, да. Так, и так. Ну, это нам покажут, на самом деле, те, которые будут. Так, что у него здесь? Не нашел до тех пор. Бродяга видел много и не знает тайный троп, поэтому он легко выбирает кратчайший путь и знает, где найти самую ценную добычу. А это? Да, и у нас нету... А, но инструмент он сейчас возьмет. Да, вот он взял инструменты и побежал работать. Вот этого бродягу, кстати, можно на самом деле вот отправлять сюда. Вот, видите, у него есть непосредственно... Он у нас появился, и мы его можем, например, отправить вот сюда. А здесь будет 25... вот чего непонятно. Где этот рисунок? Ну, чего, что-то он должен был... Ну, надеюсь, что-то он найдет. Так, давайте его сюда отправляем. Ага, так, нашел что-то. Так, очки действия. Ну, у каждого очки, и у него есть очки действия, и которые он пройдет, да, и все. В итоге он, ну, здесь я уже читать не буду, и так все понятно, да, это такая пошаговая типа стратегия получается. Вот. Он взял что-то, ушел, да, взял что-то, ушел. Вот, дальше мы опять возвращаемся сюда, и нам, по-моему, на следующий день только можно будет что-то сделать. Где-то... Ага. И скоро у нас будет осадки начнутся. Понятно. Одно из ваших колонистов не стало. Мертвые колонисты останутся лежать на земле до тех пор, пока вы их не похороните. Остальные обитатели колонии не в восторге от того, что их товарищ лежит на земле, как... что стройте могильники для погребения тел умерших, чтобы избежать развития инфекции и снижения уровня части колонистов. Окей. Но я уже, как говорится, да, уже, так сказать, наметил. Вот, посмотрим, как он это все быстро или не быстро это все сделает. Только я что-то не понял, где они вообще ходят. А, вы пошли собирать. Олень, ты какой-то, блин, вообще не боится кушать. Ходит себя как дома. А это кто такое? О, кстати, у нас тут... Ага. Да, малышка.
Подробные сведения. Счастья нет. Состояние. Ох, уж пин-код. Вот, отстреляюсь высокого радиационного фона и ливня. Жалко нету, знаете, такую... Так, нам нужно вот сюда вот срочно народ. Можно как-то его... Так, ну это хорошо, а как-то их можно, ну не знаю, знаете, как банишь же вроде бы, да, ну можно было нажать и всех, чтобы по домам или там куда-то в центр, да, направить, грубо говоря, чтобы они сидели и никуда не вылазили. Либо отменять вообще все работы. Давайте попробуем, знаете что? Так, и... Или они все равно будут уходить? Да, они все равно будут ходить. Ну ладно, что, ну а что поделаешь? Так, готов, да? Ты готов у нас? Все что ли можешь забрать, да? Окей. Слушайте, он собирает, а как много он припасов может. Ну, в следующем ход можно, да, сделать того, чтобы он нашел колонию. Ладненько, давайте на сегодня все, пока. Пока, с вами был я, MF1. Лайки, дизлайки на ваше усмотрение. Подписывайтесь, не забывайте на канал. Ставьте колокольчик, если вы первый раз. Ну, напоследок, как всегда, играйте только в хорошие игры. Все, пока, до встречи. Увидимся. Комментарии не забываем. Комментируйте. Пока.